Всем, ребята, привет! Вы как поняли, по заднему моему плану сегодня у меня будет пляжный коп. Вышел я на одно место, позапрошлые года я здесь ходил, пляж в принципе небольшой, но находки были весьма интересные и дорогостоящие. Место такое, что здесь у нас пляжек совсем чуть-чуть, но здесь отдыхают в основном олигархи, короче. А здесь находки у меня были, находил я перстни, где-то периода, наверное, 90-х годов, когда были бандитские времена, такие болты здоровые, серебряные, правда, цепи тоже серебряные, золото я здесь находил только пару сережек, вот, в общем, находки здесь очень хорошие. И мне местные жители, ну, как бы, уже местные жители говорят, что здесь весьма хорошие находки в воде, то есть где-то примерно в 15 метрах от берега находятся хорошие драгоценности, то есть теряли, были очевидцами золотых толстых цепочек. Но, к сожалению, я зайти в эту воду не могу. Прибора, к сожалению, у меня подводного нету до сих пор. Но я думаю, это упущение я когда-нибудь все-таки исправлю, когда-нибудь приобрету себе прибор простенький какой-нибудь АТ-ПРО в виде этого. Этого, в принципе, достаточно. Так что сегодня здесь, вот, как вы видите, немножко песочка. Находок не обещаю, но думаю, что-нибудь да вылезет. Пару монет это точно, потому что здесь я ровно где-то, наверное, ну да, где-то год с лишним я здесь не был. И находки, я думаю, за год здесь накопились. Про это место не так уж много знают кудоискатели, в принципе, им как-то по барабану. Вот, находится недалеко от моего местонахождения. Вот, так что, я думаю, находки будут. Ну ладно, а так смотрим. Итак, ребята, около кромочки прохожу, и у меня выпала монетка. Вот такая вот монетка. Сейчас мы с вами... А это двушка. Ну, что еще ожидать от пляжа? Вот такие вот монеты у нас кругом и везде на пляже. 2 рубля. Ну ладно, продолжаем. Не буду я снимать такие находки, копейки всякие, двушки вот такие вот. Если что-то ценное, то да, засниму, покажу. Продолжаем. Итак, ребят, любопытная у меня находка. А любопытна она вот чем. Это у нас монета. Ну, монета, смотрите. СССР. Вот это да. Вот это я удивился. Я понимаю, когда на старых деревнях поднимаешь, плюешься, когда поднимаешь вот такие вот монеты СССР, тем более год у нас 63-й или 68-й, ну не столь важно. Плюешься, как не знаю кто, но на пляже такая находка весьма-весьма интересная. Просто, грубо говоря, прям радует, и улыбка на лице растягивается до ушей. Любопытно, интересно. Ну ладно, забираем ее. Как историю с СССР. Ну, продолжаем. Итак, у меня очередная монета. И это у нас очередной 5 рублей. Вот такая вот монета. У нее даже, смотрите, появился и зеленый окисел. Вот такая вот штука. Все монеты имеют вот такой вот налет темный. Патина такая шоколадная. Ух, одни монеты у меня сегодня. Ничего особенного. Ладно, смотрим. Итак, ребята, у меня находка. Находка вот такого вот у меня вот плана. О, это колечко. Поднял я еще с десяток монет. В основном двушки. И вот такой вот детское колечко, надпись «Спаси и сохрани». И все же мы спасли его и сохранили. Заберем мы его, конечно, с собой. Это у нас серебро, имеется проба.
такая вот у нас проба. Зачетное, в принципе, такое колечко. Наверное, в этом году его потеряли. Потому что очень хорошо проглядывается. Конечно, и имеется, как вы видите, какая-то окисел. А нет, это не окисел, это песок. В принципе, зачетное колечко. Забираем. Видео состоялось тем, что вот такая вот находка у нас появилась. Забираем. Продолжаем. В конце копа я, конечно, покажу все находки. Сегодня мы работаем на пляже возле такого вот причала. Поставила сегодня новые настройки. А настройки именно поставил на четвертом режиме. Вот эти вот, это у нас режим пляж. Ну а так, не знаю, пока много сигналов различного рода. Я их не снимаю, потому что очень много мусора, различные пробки, язычки пивные. В общем, много-много мусора. Ну, в принципе, я уже исходил практически весь пляж, и из находок пока что-то стоящее, это у меня вот это колечко. Ну, а так, ладно, продолжаем. Итак, находка. И находка вот такого плана. Это у нас большая российская 5-рублевая монета. В песке они какие-то рыжие становятся. На пальцах такая рыжая хрень остается. Интересно. Только потом, когда натираешь ее, рыжая хрень счищает с нее. Ну ладно. Забираем. В конце копа посчитаю, сколько у меня в рублевом эквиваленте получилось. Хотя я сегодня выехал поздно, в 6 часов, у меня всего-навсего распоряжение час-полтора. Вот, решил душеньку свою отвезти, выехать на природу, отдохнуть немножко от будничных дней. Сегодня я немножко по хозяйству работал, некогда было выехать. Вот, практически неделю не выезжал и решил ломочку свою сбить. И выехал вот в такие чудесные места. Природа, чистый воздух, вода, в общем, отдых. А так, ладно, продолжаем. Итак, очередной сигнал. И это у нас снова 5 рублей. Довольно-таки свежая. Хотя год у нас 98-й. Вот, на ней еще не образовался налет, как говорится, вековой. Вот такая вот зачетная ходячка. Пойдет у нас в магазин за колбаской. Ладно, идем дальше. Итак, хожу, брожу с прибором, ищу монеты. Здесь вот такой вот склон проходит. Уже земляной, песок весь вымыло вниз. И вместе с песочком вымыло вот такой вот кругляшок. Я его еще не трогал. Как вы видите, он рыжий какой-то, красный. Берем и смотрим, что это у нас. И это у нас 2 рубля. Зачетная монета. Нашел просто так глазами. У нас еще слепочка остался. Вот такая вот вещица в свое время лежала вот в этом слепочке. Ну, теперь будет лежать у меня в кармане. Не знаю, до какого времени. Не знаю. Потому что в Сбербанке их не принимают. Вот. А в центральный офис ехать, сдавать эту мелочь, смысла и желания нет никакого. Ну, ладно. Продолжаем. Итак, ребят, плюнул я режим пляж и переключился на второй, на котором я все время схожу. И поднял я вот такую вот штучку. И решил вместе с вами разглядеть, что это у нас за беда. Полоскаем и смотрим. Это у нас серьга. Да, сережка. Ну, походу, это у нас бижутерия. Потому что на металле имеется вот
такой вот неприятный цвет. Так что вот такая вот штучка. Причем сразу же переключился и сразу же сигнал, хотя я там уже проходил. Сейчас опять пробегусь быстренько этот пляж с новым режимом, и я думаю, будет какой-то результат более-менее приятный. А так продолжаем. Итак, ребята, иду снимать очередную находку. Так, где она? Вот. Смотрите, какая зачетная. Ах, какая. А, батюшки. Смотрите, чудо. Чудо, не крест. Сейчас я сполосну его. Блин, у меня батарея заканчивается. Вот такой вот крест. Видите, разогнулся. Ушко порвалось. И шея слетела. Ну, а так крест, смотрите, зачетный. Снова очередную вещь спасли и сохранили. Классная. На старый образец креста сделаны. Классные вещи. Забираем. Итак, ребята, взял я камеру. Это нельзя не заснять, потому что такое я не часто поднимаю. А поднял я вот что. Вот он комочек, видите? Берем ее вот из этой вот, в принципе, прямо наверху было, в комочке. И это у нас вот такая вот золотая цепочка. Так, замочек имеется. Так, что у нас тут? Она у нас оборвана. Как вы видите, замочек у нас целый, а вот здесь вот ушко разогнулось. Видно, потеряли. И это нет, это у нас, наверное, девчачий браслетик маленький. Вот такой вот. Зачетный. Классный. Если бы он лежал бы, как я на своем опыте уже знаю, если бы лежал бы вот так вот, раскинутый по всей длине, прибор бы его не взял. Но так как он был, как-то, я не знаю, в комочке лежал, сигнал он издает. Плохой, но издает. Итак, ребята, а вот сигнал, когда он в комочке, он издает. А когда в развернутом виде, сигнала совсем, как вы видите, нет. Но когда в комочке, сигнал есть, когда в комочке. А вот в развернутом все. Часто так золото у нас сквозь катушки проходит незамеченное. Тяжело поднять, конечно, вот такие тонкие вещи. Ладно, забираем. Забираем вот такое вот замечательное украшение. Продолжаем. Итак, ребят, закончу я свой сегодняшний видеокоп. Копал я где-то 1:20 по времени. Находки у меня есть, вы видели. Батарея кончается. Я вам сейчас покажу свои находки. Видеообзор будет, находки есть. Так что вот так вот работал сегодня макрорейсер. На пляже он себя зарекомендовал тоже хорошо. Так что смотрите его находки за 1 час поиска на пляже. Смотрим. Итак, ребята, буду заканчивать свой коп видеоотчетом по пляжному поиску. Находки, в принципе, есть, и вы сейчас все их увидите. Смотрим, а то у меня батарея совсем-совсем на исходе. Сохла, не знаю, успею я заснять или нет. Копали мы сегодня на пляже, на большом пляжике. Всего-навсего 1:15 или 20 минут. А по находкам неплохо. Смотрим. По находкам у меня получилось вот такое количество мелочи, вот потом крупничок, двушечки, пятерочки, даже червонец застал. Но это мои находки, которые я прям рад, то что они у меня вышли сегодня на этом пляжке. Вот такой вот замечательная бижутерная сережечка,
что за камушки, я не в курсе, не знаю. Но это что-то похоже на медь. Затем вот такое вот колечко. Очень маленькое колечко. Детское. Спаси и сохрани. Видно, в этом году потеряли. Потому что сохранчик вообще суперский. Как будто только что с прилавочка. Затем вот такой вот крестик. Крестик тоже неплохой. Зачетный тоже. Потеряшка этого года. Потерялась она вот из-за этого. Здесь я уже поправил, но здесь оно было очень сильно разогнуто, вот это вот колечко. Я его поправил. Ну а так вот такая вот зачетная вещица. Ну и, конечно, что не радует пляжному копу, это, конечно, рыжье. Золото. Золото маленькое тоже, видите, здесь порвалось, разошлось и оказалось в песочке. Найти не смогли, а я вот смог. Вот такая зачетная вещица. Ну а так, ладно, закончу я свой коп вот на этих вот четырех приятных вещицах. Большое количество у меня монет сегодня еще было. Вот. Ну а так, пляж есть пляж. Ладно, продолжаем снимать для вас. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто подписался, комментируйте. Делитесь моим видео со своими друзьями. Все, пока и удачи на копе.